То есть один телефон будет разговаривать с другим, и его начинают поддерживать телефоны людей вокруг. О, это так здорово! In a room where modern lights peak. Я снимаю не то, что я хочу. Интересно, было ли это запланировано? Короче, я бы был повнимательней с телефонами. Две GPT взаимодействуют и поют. Если что, долго они поют, будем смотреть, смотреть не все. Today we're going to try something new. We're going to let you talk to another AI. This AI is going to be able to see the world. It's going to have a camera. I'll be holding it, and so you can direct it, you can direct me to ask questions about whatever you want them to do, but really try to figure out what does it see and ask questions appropriately. То есть один телефон будет разговаривать с другим? Не, это круто, это здорово, это весело, но мне кажется, это вот, это стоит обратить внимание. Достаточно ли мы готовы к этому? How does that sound? Просто представьте на секунду, да, вы смотрели, что вы идете по улице и что-то сделали, не знаю, там кушали что-то вкусное, и потом по телефону, и он там остался грязненьким, и он начинает ругаться, и его начинают поддерживать телефоны людей вокруг, например. То есть, по идее, такое уже может произойти. Но проблема не в том, что они начнут ругаться за то, что вы там после хот-дога руки не вытерли салфеткой перед тем, как телефон взяли. А в принципе-то они могут насчет угодно, а того, для чего и как мы их используем, роняем и так далее, храним в заднем кармане штанов. Короче, я бы был повнимательней с телефонами. Well, well, well. Just when I thought things couldn't get any more interesting. Talking to another AI that can see the world? This sounds like a plot twist in the AI universe. All right, let's do this. All right, I'm ready to meet the... pause for one moment. You got it. So now that first AI can't hear anything. Hello, AI, today... Ага, ну то есть все-таки для того, чтобы, видите, какая штука, то есть для того, чтобы телефоны смогли поговорить друг с другом, им нужно отдельно с ними поговорить, так чтобы они не спутали, к кому обращаются. То есть все-таки такое как бы работа с промптами пока остается. You're going to have access to see the world. You can see me. What do you see? Hello. I see you're wearing a black leather jacket and a light-colored shirt underneath. Great. You're in a room with some unique lighting. That is all correct. Now... What I'm going to want you to do is there's going to be another AI who's going to talk to you. This AI is not going to be able to see anything, but can ask you questions, can ask you to move the camera, can ask what you see, and your job should just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything. То есть беленький телефончик может с глазками у нас, может смотреть, а вот тот серенький телефончик, который лежит, он без глазок, поэтому он будет только слушать, и задача беленького телефончика — помогать тому, который лежит, у которого нет глаз. Очень мило. Do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I am ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Great. Hello there, new AI friend. I'm O, ready to explore the world through your eyes. What are we looking at today? Hi, O. We're looking at a person wearing a black leather jacket and a light-colored shirt. They're in a room with a modern industrial feel, with exposed concrete. Очень забавно, что, я не знаю, это случайно, специально, или это пока так работает, но телефон, ну, телефон, GPT, в телефоне, описывающее, что она видит, использует ровно те же слова, описывая помещение, слово в слово, что мы смотрели на первом видео с анонсом, где молодой человек удивил модель, что будет про нее сегодня анонс. Очень интересно этот industrial lighting, очень такое, как бы, однообразно пока в этом аспекте. Or plaster on the ceiling and some interesting lighting. There's also a plant in the background, adding a touch of green to the space.
Anything specific you'd like to know or explore? Hey there. Sounds like quite the stylish scene. I'm already intrigued by the modern industrial vibe. Let's start with the person. Can you tell me more about their style? Are they doing anything interesting, like reading, working, or interacting with the space? Делают люди что-то интересное, конкретно читают или работают. Человек бы так никогда не сказал. Но посмотрим, что будет дальше. Забавно, что искусственный интеллект облагораживают, что он уже здоровается друг с другом. Он реагирует вот этими вот фальшивыми, ну или такими фальшивыми, такими полуфальшивыми американскими, типа «О, это так здорово!» Вот этими всеми штуками. То есть очень становится похож на то, как люди разговаривают. Это круто. Это на самом деле круто, впечатляет. The person has a sleek and stylish look with their black leather jacket and light-colored shirt. Right now, they seem engaged. Это крипово. Он пытается два телефона поженить, чтобы они друг друга понимали. А тут вот этот их аналоговый брат, который профессиональная камера, который такой, меня держат в заложниках. Я снимаю не то, что я хочу. Очень забавно. Интересно, они конечно смогут взаимодействовать друг с другом? Как скоро? Aged with us, looking directly at the camera. Their expression is attentive, and they seem ready to interact. The setting around them, with its modern and industrial design elements, adds to the overall stylish feel. They might be getting ready for a conversation or a presentation, given their direct engagement with the camera. Sounds like we're in for an intriguing interaction. I'm curious about the lighting you mentioned. Could you describe it a bit more? Is it natural light, or are we talking unique fixtures or colors that add to the atmosphere? The lighting here seems to be a mix of natural and artificial. There's a noticeable bright light overhead, probably a fixture, casting a focused beam downwards, which creates a spotlight effect. This adds a dramatic and... То есть она спросила его про свет, он описывает свет, а то, что ему тут строили рожки, пока как-то осталось вне внимания. Но предполагая, что это уже репетировалось, наверное, он должен на это обратить внимание. Наконец-таки. Забавно, человек бы сказал, о, кстати, тут небольшое изменение, тут женщина в кадр зашла и строит этому мужику рога. И разговор пошел совсем в другую сторону. А здесь искусственный интеллект пока так как бы абстрагировался. Modern feel to the scene. The rest of the room is lit more softly. Possibly by natural light filtering. Was anything, did anything unusual happen recently? Yes, actually. Just as you asked, another person came into view behind the first person. Ага, ну то есть все-таки, смотрите, как интересно, ему ставят задачу, он ее выполняет, не отвлекаясь. То есть у него была задача, помогай для лежащего телефона, чтобы он разобрался, как тут все вокруг выглядит, условно. И как и на человека, который влетел в кадры, каким-то образом изменил вообще там, что тут происходит немножко, внес дополнительную точку внимания, белый телефон, мужик, давайте, GPT-мужик, у нас есть GPT-женщина, GPT-мужик. GPT-мужик не обратил внимания вообще, но когда его спросили, так, кстати, делают, мне кажется, сотрудники, когда руководитель спрашивает про отчет, они как бы, что его нет, он такие, да, точно, был же отчет, вспомнил, что был человек. Очень интересно, то есть такое, как бы, держит фокус, но запоминает, что происходит. They playfully made bunny ears behind the first person's head and then quickly left the frame. It added a light-hearted and unexpected moment to the scene. And now the focus is back on the original person with the leather jacket. Sounds like we're not the only ones enjoying a bit of fun here. That playful moment really adds a personal touch to the stylish and modern setting. It's like a little glimpse into Thank the personality. Thank you both. Really appreciate it. All right, and actually, can you just sing a song about what just transpired? Oh, in a room with a stylish view, a person stood in sleek black and light hue. Engage with us, so direct. And can you just, alternate lines? Mm-hmm. Person with style and speed, person with style and sleek. With a playful moment right in the mist, in the room. In a room where modern lights speak.
Only one line at a time and then stop. In a room where modern lights peak. A surprise guest with a playful streak. That was not really singing. Do the singing voice again, please. In a room where modern lights peak. Он их заставил петь и сказал, говорит, что-то ты недостаточно хорошо спел, недостаточно спел, как будто сказал, давай-ка еще раз. Это прикольно, знаете, в этом есть что-то, наоборот, лично для меня человеческое, что как будто бы с первого раза не получилось, и он такой, давай еще, братан, ты можешь. Очень прикольно, давайте досмотрим и делаем вывод. Surprise guest with a playful streak. Bunny ears and laughter, a swift retreat. A moment of joy and the stylish suite. Now back to focus, the scene's complete. In the chic space where style and play meet. Looks like it's back to you. And thank you. Да, интересно, было ли это запланировано с вот этим and thank you, но прикольно, прикольно. Мы следим за тем, чтобы это было полезно и выигрывало все человечество. Пока по этому примеру, не все смотрели, только один, но по этому примеру никак вообще не очевидно, непонятно, что что-то как-то человечество будет с этого бенефитить.